Сольный выпускной концерт пианисток Златы Вертигель и Маргариты Михайловой, учениц педагога Ирины Долинской, состоялся во вторник в детской музыкальной школе номер 2. Юные исполнительницы показали, что выпускной экзамен в формате концерта, где помимо членов экзаменационной комиссии присутствовал полный зал зрителей, вполне оправдан. Девочки показали высокий исполнительский уровень, несмотря на сложность выбранных для программы концерта произведений. Это Бах, Гайн, Шопен, Рахманинов, Ревуцкий, Шамо. Пианистки блеснули не только техникой исполнения, они сумели передать характер каждого произведения. Главная отличительная черта девочек – огромное трудолюбие. Не каждый ученик способен отработать концерт такого уровня. Это требует колоссальной подготовки, много времени и упорства. Девочки сумели поднять такой пласт достаточно сложных произведений классики, которые не всем под силу, и работали над ними вдохновенно. Следует добавить, что Маргарита и Злата играют в ансамбле. Красота и утонченность юных пианисток, техничность и эмоциональность исполнения – этот коктейль радовал глаз и слух аудитории. Потому хочется верить, что выпускной в детской музыкальной школе номер 2 – это еще не занавес в их концертной жизни. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».